Здравствуйте, товарищи. С нижайшей просьбой, с глубочайшим почтением. Нет, это херня какая-то, то, что я говорю. Друзья мои, дорогие мои, собираю денежки на песни. Я уже написал их, что я собираю. На запись песен, на запись. По-простому скажу вам. Ну что ты смеешься? Нормально, просто клянчит человек. Стоит на паперте. Подайте, граждане, копейку. Один я остался один. Я Льва Николаевича Толстого. Какого Толстого? Я Александра Яковлевича Розенбаума. Незаконно рожденный сын. Подайте, граждане, копейку или рубчик из ваших мозолистых рук. Я Олега Григорьевича Митяева, незаконно рожденный внук. Там дальше еще про Пушкина и про всех остальных. Ну, это я вам в следующий раз спою. Ссылочка будет в первом же комментарии. Планета.ру, и там можно нажимать кнопочки и всякие призы, подарки получать.